Что общего между Д'Артаньяном, между Иисусом Христом и мной? Д'Артаньян, как известно, был один за всех. И Христос один за всех принял грехи на себя. И один за всех стал Богом на земле, обожествил человеческую природу, чтобы человек смог стать Богом. И я тоже один за всех ношу длинные волосы и пою сверхвысокие ноты. Веду все особенно нестандартно. И один за всех исповедую эзотерическое христианство, которое я придумал.